Всем привет! У нас продолжается турнир на Comic-Con в Санкт-Петербурге. А с нами один из его участников, Антон Клёнов, игрок из Москвы, многим вам известный. А сейчас мы у него узнаем, как для него прошел турнир. А он уже из него вылетел. И он нам об этом сейчас расскажет. Как тебе турнир? Как вообще атмосфера, как место проведения? И, естественно, почему проиграл и что случилось не так? Ну, атмосфера очень хорошая, организация тоже на хорошем уровне. Вроде как игры проходят быстро. Конечно, немного формат не нравится тем, что одна игра на вылет. Как бы может, элемент рандома. Вот, допустим, Роберт уже вылетел в первой же стадии. Не повезло ему. Я вроде шел уверенно, 3 матча выиграл, но потом попал на сильного соперника Антоха Орлов. Проиграл 4-0, все заслуженно. Больше нечего сказать. Понятно. Что будешь делать теперь? Какие твои планы? Хотел выиграть, наверное, квоту на СВЦ, да? Да, конечно, хотел, чтобы не париться потом все лето. Буду ждать отборов у нас в Москве. Надеюсь, на первом же выиграю. Буду готовиться к самому главному турниру нашему СВЦ. А здесь, как думаешь, кто сможет выиграть? Да, Антон Орлов выиграет, наверное. Даже не уверен я. Либо Егор Комаров, или Антон Орлов. Мне кажется, Антон все-таки выиграет. Все-таки он в очень хорошей форме и на голову сильнее всех остальных. А что именно ему помогает выигрывать, по-твоему? Даже не знаю. Чего не хватает другим игрокам? Почему он выиграл от тебя 4-0, других своих соперников? Не знаю. Просто сильнее всех. Ладно. Понятно. Спасибо тебе за ответы на вопросы. Желаем тебе удачи в следующих турнирах. Ладно, до встречи. Увидимся.